Учебный год еще не начался, но омские школы не пустуют. Активисты штаба общественной поддержки «Единой России» вместе с волонтерами социальной акции «Решают люди» оценили безопасность пешеходных переходов рядом со школами. Это учебное заведение номер 71 на Московке. Здесь установили светящийся знак и нержавеющее ограждение. Есть, конечно, кое-какие замечания. Это недоделанная разметка, да, новая, которую хотелось бы, чтобы она была. Поэтому мы напишем все соответствующие письма в подведомственный департамент и буквально там за неделю еще до начала учебного года приедем и все проверим. Мониторинг омских школ проводится в рамках партийного проекта «Безопасные дороги». Активное участие принимают и родители учеников. Было предпринято более 20 выездов на различные объекты. Большинство из них в удовлетворительном состоянии. Конечно, недочеты были, но о них информирована администрация города Омска, и они к 1 сентября будут устранены. Активисты штаба, депутаты горсовета и регионального заксобрания, а также волонтеры социальной акции «Решают люди» после завершения мониторинга перед 1 сентября проведут общее собрание, где подведут итоги работы.